Сотрудники Славянского отделения наркоконтроля совместно со специалистами управления по торговле и врачом-наркологом провели рейдовое мероприятие по аптекам города с целью выявления фактов безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов. В последние несколько лет в нашей стране, да и во всем мире, получило широкое распространение такое явление, как аптечная наркомания. Она опасна тем, что многие фармакологические препараты, содержащие психоактивные вещества, очень доступны для покупки. В больших дозах все они вызывают зависимость и негативно влияют на здоровье, и даже могут привести к смерти. К сожалению, в погоне за прибылью некоторые аптеки нарушают законодательство и продают такие сильнодействующие лекарства, не спрашивая рецепта и не проверяя его подлинность. Мы проводим такие рейдовые мероприятия в целях выявления объектов розничной торговли, реализующих безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, обладающих психоактивным воздействием на организм. Скажите, пожалуйста, к вам приходят, часто просят, покупают таблетки? Приходят, у нас наркотические не отпускаются, у нас вообще не работаем. Убедительная просьба к вам соблюдать все требования статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, который должен реализоваться только строго по рецепту, потому как санкция по данной статье определяет наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей, либо приостановление предпринимательской деятельности на срок до 90 суток. Вот такая вот памятка вам. Все, хорошо. Ознакомитесь. Про наркоманию, в том числе и аптечную, можно сказать, что это не болезнь или зависимость одного человека, а всего общества. А значит, чтобы ее победить, важно консолидировать усилия абсолютно всего населения, представителей власти, правоохранительных органов, общественности. Участились случаи отравления лекарственными веществами. И просьба к жителям отнестись очень внимательно к применению, к употреблению лекарственных средств. Очень бдительными быть, когда человек и покупает очень много препаратов, явно не для себя, потому что это всех нас касается, это касается нашей безопасности. Рейдовые мероприятия по аптекам будут продолжены. Нарушители будут привлекаться к ответственности. Не будьте равнодушными к происходящему. Если вы знаете, где продают лекарства без рецепта, сразу сообщайте в полицию. Возможно, это спасет чью-то жизнь. Телефон антинаркотической комиссии Славянского района 4-25-80. Дежурной части отдела МВД России по Славянскому району 2-10-70.